Здравствуйте, вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Худякова. Татьяна Давыдова рассказала нам о том, что сегодня утром жители третьего подъезда дома номер 117 по шоссе Космонавтов обнаружили между этажами тазик с раненым голубем, а рядом с ним пояснительную записку. И тут же растерялись, что с птицей делать, то ли к ветеринару нести, то ли передержку искать. Ну, а пока они решали, голубь немного оправился и уже начал гулять по подъезду. Но помощь, тем не менее, им все равно нужна. И 4 месяца не прошло, как мы снова во дворе 94-го дома по Комсомольскому проспекту. А картина все та же. После неоднократных раскопок коммунальщики решили, что хватит чинить старые трубы, будем прокладывать новые. И все неплохо начиналось, но вдруг неожиданно то ли трубы закончились, то ли деньги, и работы на объекте прекратились. После этого мы заезжали на Комсомольский проспект 94 еще 2 раза. Через некоторое время новые трубы уложили наконец-то по всей траншее, но землей ее тогда не засыпали. Потом случилось и это. Но только сейчас мы можем сказать, что здесь не только заменены коммунальные сети, но и полностью проведены благоустроительные работы. Конечно, сейчас, в преддверии Нового года, нас чаще всего приглашают посмотреть на празднично украшенные дворы, такие как здесь, на улице Звонарева. Елка стоит живая, на ней настоящие елочные игрушки, мишура, и даже какие-то зверюшки под ней сидят в ожидании Нового года. Кроме того, на многих придомовых территориях появляются снежно-ледовые скульптуры, собственноручные творения местных жителей. К примеру, в Гамово слепили вот такую очаровательную хрюшку, символ наступающего 2019 года. Фотографию нам прислала Татьяна Трефилова. На улице ощутимо похолодало, пермяки тут же начали утепляться, и это правильно. Хотя температуры для декабря вовсе не критические. Помнится, именно в этот день, 19 числа 2012 года, мы приехали на Мотовилихинский пруд и даже из машины выходить не хотели. Ведь на улице было минус 30 градусов мороза. На Мотовилихинском пруду продолжается заготовка ледовых плит для строительства зимних городков на эспланаде и у ДК Солдатова. Работа, прямо скажем, не из самых легких. Только сегодня нужно в буквальном смысле добыть 40 таких плит, чтобы уложиться в график. И это очень сложная задача. На морозе замерзают бензопилы. Чего уж говорить о людях. Им в таких непростых условиях приходится трудиться по несколько часов в день. Такого сильного похолодания в ближайшее время синоптики вроде бы не прогнозируют. И тем не менее, берегите себя. Ну а сообщение для дежурного передавайте, как всегда, в нашу информационно-справочную службу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.